полный зал восторженных лиц и несмолкающие овации. Так прошел вечер мировых премьер в Большом зале Ленинского мемориала, где впервые были исполнены два сочинения Александра Сойникова – «Симфоническая фантазия «Русь непобедимая» и «Симфония-концерт «Мастера Маргарита». Конечно, мои герои отличаются от булгаковских, естественно, потому что, во-первых, в музыке все должно быть очень ограничено, очень точно, слов нет. И поэтому образ должен быть сразу ощущен и виден. Доверили мировую премьеру лучшим музыкантам Николаю Саратовскому, исполнившему партию Воланда, и Ульяновскому государственному академическому симфоническому оркестру «Губернаторский» под управлением приглашенного дирижера Михаила Масенкова. Я сразу понял, что это очень талантливый композитор. Тонко чувствующий музыку, тонко чувствующий литературное содержание, и который передает за счет вот посредством звуков, оркестровых красок, за счет вот оркестровых приемов, вот эту идею, которую заложил Булгаков. Также для слушателей Ульяновска впервые была исполнена поэма для камерного оркестра Сойникова «Приношение Востоку», одним из солистов которой стал Станислав Жуковский, сыгравший на народном армянском инструменте дудуки. Восторженное браво и громкие аплодисменты еще долго будут согревать сердца благодарных музыкантов. Прошедший концерт – один из ключевых событий фестиваля. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.